За то, что есть такая возможность нам часто встречаться, часто видеть друг друга. Ну да, хотя бы в интернете, хотя бы и не всегда можем посмотреть друг другу в глаза, но все равно мы друг про друга более-менее все знаем, радуемся вашими работами, радуем вас нашими работами. И большое-большое спасибо организаторам выставки за то, что они проделали такую большую работу. И наши границы, которые практически нету, стали еще ближе, 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 ближе. И все-таки надеюсь когда-нибудь и увидеться с вами наяву. Большое спасибо и успехов в дальнейшей работе. Янис. Огромный привет с берегов Балтики всем тем, кто участвует в открытии фотовыставки «Две страны, два берега». Венспилский фотоклуб «Момент» очень рад стать частью международной выставки, посвященной столетию Латвии и 70-летию государства Израиль. Огромное спасибо за идею и ее воплощение хотим сказать фотоклубу «Цайфон» и лично Борису Беленькому, а также «Лиелс Палдес» за оказанную поддержку посольству Латвийской Республики в государстве Израиль. Мы очень рады, что благодаря фотографии можем расширить наши границы и показать красоту родного города за пределами своей страны. И надеемся, что эту выставку увидим и в нашем городе тоже. Уважаемые дамы и господа, мы просим вас подойти к шефу нашего выставочного зала для открытия выставки. Я еще не говорил, уважаемые дамы и господа. Уважаемые дамы и господа, мы открываем выставку, замечательную выставку «Израиль, Латвия. Два берега».
как мы ее обозначили. На выставке присутствует здесь, значит, более 120 работ. Значит, приблизительно 40 работ хайских и остальные работы фотохудожников с Латвии. Они рассылагитные автомобили культурам, плохим воим, лептиха, талуха, Латвия, в Израиль, Хайфа. И они рассылагит камыли. Конец, а там Арген, это организатор выставки в Борисубир, он представит всех, кто сегодня здесь пошел. Спасибо. Добрый вечер, Эректо. Я хочу передать слово для приветствия открытия нашей выставки присутствующему у нас чрезвычайному и полномочному послу Республики Латвия в государстве Израиль Элите Гевеле. Спасибо, во-первых, Борису. И несмотря на то, что дорога заняла два часа, я так счастлива, что все-таки я вовремя приехала. И Борис, на таких, как вы, держится вообще-то дружба двух народов, на таких людей, как вы. Вы не нутыш. Но у вас есть вот это понимание и любовь к Латвии. И я встречаю очень много людей в Израиле, которые, может быть, они сами не латыши и не имеют прямого отношения к стране. Но они любят эту страну, и они любят страну и любят создавать эти мосты. И поэтому два берега и две страны, это, мне кажется, прекрасное название. Шалом лекулям, они стабильно так делают, мелим брахажа, гегевер, это... И я думаю, что одно дело показывать Хайфе, но я думаю, что эта выставка, если мы найдем красивое помещение, она бы могла и порадовать не только жителей Хайфы. Но еще раз огромное спасибо, Борис, вы все бегаете, я понимаю, вы тоже фотограф, вы хотите увековечить это мероприятие. Но еще раз от моего имени, от государства Латвии и от моего Министерства иностранных дел огромное спасибо вам за эту выставку. 80 работ, это я представляю, сколько работ это сделать фотографии, отпечатать, сделать в рамках. Огромное вам, огромное человеческое спасибо. И от меня небольшой подарок для вас. Сейчас мы найдем его. Мекамим, немцугами могу народ это подота или Лера Хайфа, или Габа Тель-Авив, Фокуши Гриру, как он вы. Туда рвали, Я хочу пару слов рассказать о Латвии. Летом мне удалось в июле месяце побывать в этой прекрасной стране. Как бы мелима для Латвии, вообще в Кайцезе, в Буле Захали и Ешамка. Загрязая Папа Решашка. Папа Решана, по истории Хадаша. Папа Решана, по истории Хадаша, для Латвии от Спаита, а Бог в Валезе в Латвии. Очень хорошая, очень гостеприимная страна. Люди помогают, что-то найти, показывают, рассказывают.
даже в Риге встретил девочку, которая не говорит по-русски, но она сказала: «Пошли, я тебя покажу», повела меня, отвела куда надо, показала. Так что у русскоязычного народа сложилось впечатление, что Прибалтики заведут не туда, куда надо, и все. Это неправда. И не показывают. Да, и не показывают. Это неправда. Все гостеприимные, хорошие люди. Еще два слова хочу сказать о истории этого проекта. Кому были вообще не очень хаки вообще полигонные поэтому это будет вообще Ваза, это завод,
что-то сказал? Еще раз можно. Еще раз можно. Я сам из Белоруссии, причем из города Витебска, который, Витебская область, граничит с Латвией. И когда-то районы Латгалии входили в Витебскую губернию. Так царь делил нашу территорию. Неправильно, правильно мы не будем обсуждать. Ну и я, конечно, всегда был не безразличен к Латвии. Приехав в Ригу, я, как каждый витеблянин, первым делом пошел на реку, на Даугаву, которая является продолжением нашей западной звены. В общем, чувства у меня были, что я, как это называется, чуть ли не у себя на родине. Так, все, спасибо большое, не буду больше задерживать ваше внимание. Сейчас был самый торжественный час, вручение дипломов. Я скажу, что выставка все-таки удалась. Мы в сборе принимали работы. Было очень сложно отбираться, но работ было в 4 раза больше, чем представлено. И хотелось показать, как много лучше работать. А сейчас все внимание сказали. Thank you.
Thank you.